массажными движениями хорошо. У нас сразу все подсохло, да? Хорошо. Так. Посыпаем тальк, подсушиваем кожу, защищаем кожу от перегрева, от травматизма. И все волоски приподнимаем вверх. Чуть-чуть дальше. Валик. Побыстрее можно чуть-чуть. Приподняла. Приподняла пальчики. И по новой. Тонко давишь. Еще. Все, не дави, не дави. Просто поверху пройдись. Теперь делай срыв. Еще. Еще. Как будто всю жизнь это делала. Не-не-не, протягивай. Резкость. Спокойно. Не суетимся. Не меси много на одном месте. Пальцы выпрями. Угу. Локоток всей рукой. Срывай. Стоп. Все. Пальцы. Не-не-не, месить не надо. Не надо. Все. Подожди секунду. Да. Натяжение. Натяжение кожи. Подняла. Перпендикулярно пальчики, молодец. Подняла. Ага, давай, да протянула. Сорвала все. Вот. Резко. Раз. Резко. Не забывай, у нее нога горячая. Молодец. Раз. Так. Быстро. Медленно. Натяжение. Валик. Вверх нельзя, бок только, параллельно поверхности кожи только можно. Приподнимаю. Антистресс? Молодец. Шарканье. Угу. Много раз шаркаешь. Топтыжку попробуй. В таких волосках. Протянула. Молодец. Молодец. Угу. Хорошо. Сама не делала. Антистресс? Да, слегка так, ага. Молодец. Валик. Тут вниз, да, волоски растут. Угу, так и делай. Валик. Thank you.
Можно ножку так поднять. Вот так. Чтобы удобно было. Сюда не заходи далеко, здесь много очень этих складок, поэтому здесь тоже будет залипать. Отвертка.